Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. Пальто или куртка? Выбирая верхнюю одежду на холодное время года, этим вопросом задаются все современные женщины. Но несмотря на то, что стилисты и дизайнеры одежды каждый сезон предлагают новые красивые модели, расцветки и фасоны, эти две вещи непременно остаются актуальными как на модных подиумах, так и в гардеробах современных женщин. Неоспоримыми лидерами остаются пальто и куртки. Эксперты ведущих производителей верхней одежды уверены в том, что лучше иметь то и другое. Но если по каким-то причинам вы стоите перед этим нелегким вопросом, чему же отдать свое предпочтение, я подскажу, как определиться с этим нелегким вопросом. Безусловно, пальто – это идеальный вариант, чтобы подчеркнуть собственную индивидуальность, женственность и оригинальность. К счастью, в настоящее время есть из чего выбирать. Пальто впечатляет разнообразием и фасонами. Но перед тем, как выбирать пальто, лучше взвесить все за и против. Эта вещь подходит классическому стилю и деловому. Оно хорошо подойдет, если вы работаете в офисе. Оно подходит для людей, живущих в спокойном, размеренном образе жизни. Перед покупкой пальто стоит учитывать, что этот вид одежды более требователен к уходу, и вам часто потребуется тратить личное время на то, чтобы ваша любимая вещь выглядела аккуратно и как можно дольше сохраняла привлекательный внешний вид. Куртки – привилегия энергичных и активных женщин, которые приходится в течение дня успевать попасть просто везде. К счастью, и они не остаются без завистной покупки. Куртка номер один для женщин, которые ведут очень активный образ жизни, имеют в гардеробе вещи преимущественно в стиле casual, часто пользуются общественным транспортом, не располагают достаточным количеством времени, чтобы трепетно ухаживать за верхней одеждой. Вооружитесь терпением при выборе и учтите несколько важных, но маленьких моментов. Быть подходящего размера. Свитер, кофта или водолазка должна свободно помещаться под верхней одеждой. Подходить по типу вашей фигуры. Быть функциональным. Обратите внимание на мелочи. Это по типу карманов, застежек, петелек. Оно незаметно, но это ваш комфорт. Но основной выбор остается именно за вами. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего.